Так, друзья, смотрите, стоит, курит. Оно вот так вот, смотри. А чё ты вторым рядом стал? Вот скажи, пожалуйста, ну чё ты вот стал вторым рядом? Друзья, как вы думаете, нарушают патрульные полицейские ПДД или нет? И тем более куришь. 1179 тебя запрещает, ты знаешь об этом? Тебе зацитировать наказ? Так. Зацитировать? Я ще не людина, я не можу попалити. Ты на службе? Так. Открывай 1.79, 4 пункт. Добре. Там чітко написано. Якщо поліцейський знаходиться на службі, йому заборонено знаходитись в алкогольному сп'янінні, а також вживати тютюнові вироби. Подтверждение нужно моих слов? Ну я подивлюсь. Не надо подивлюсь. Тебе подтверждение нужно моих слов? Зараз подивлюсь. 1.79 открой. Как я? Жек, закрой окно. А я сейчас выйду. Пообщаюсь с товарищами полицейскими. Давай, если там не будет моих подтверждений слов, я извинюсь. Да ну добре, це від 16-го року наказ это. Это ваш внутренний наказ. Там не было изменений вообще. А что, куришь хоть? Серьезно. Я понял. А фирма какая? Парламент, Мальборо? А как это мое отношение? Это моя особистая справа. Не, ну мало ли, может у кого-то не хватает финансов на курение. Есть или нету? Ну, давлюсь, знакомлюсь. Смотри, если там не будет такого, я извиняюсь на камеру прямо. А если там такое будет, ты готов понести ответственность? Вместе с Кириленко. Давай, я тебя, если что, я быстрее а пока. Пункт? Ну я давлюсь, так. Смотри. Тут правила этики. Вот, дальше, дальше. Нище? Дальше, дальше. Ну, вверх поднимай. Стой, не спеши, не спеши. Так, информация при исполнении служебных обязанностей. Итак, образец, так, языком. Так, снимать, настроить. Так, это не то у нас. Вот. Зачитай на камеру. Находиться. Находитесь по-русски. Находиться на службе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, употреблять табачные изделия. Употреблять табачные. Правильно? Обязанностей. Ну, дело в том, что. Дело в том, что я прав. Обед, согласен. Где обед? Где там прописано про обед? Не, ну сейчас. Нет, где там прописано? Где прописано? Я вот тебе. Четкую норму назвал? Да, я прочитал, я согласен. Твой бог. Я согласен, да. Зафиксировал? Зафиксировал. Это то же самое, как вы фиксируете, якобы водитель где-то что-то нарушает. Это то же самое. Понимаешь? Разумею, так. Почему вам позволено вот становиться вторым рядом? Но при этом, до этого момента, всех здесь гоняли. Были моменты, когда штрафовали даже, понимаешь? Вот были моменты, когда штрафовали. Я всегда прав, потому что я соблюдаю закон. Ну, разумело, но тут нема никакого порушения права дорожного руху. Вот видишь, вот смотри, теперь вот возьми, что я полицейский, а ты водитель. Так. И я хочу тебя привлечь любым способом. И ты мне пытаешься доказать... Вы уважаете, что я, как полицейский, роблю какие-то стосовно водіїв, протиправні... Я не могу этого утверждать. Я тебе говорю, потому что ты полицейский. Потому что ты полицейский. Я разумею, так. Вот в чем. Я за то, чтобы как водитель, так и полицейский тоже и шли на одном уровне. То бишь, согласно админ кодексу 14 статье КУПАПа. Но у нас получается так, вас привлекают только по дисциплинарному статуту. Нам это не интересно. Вы должны штраф получить. Нарушил ПДД, ты получишь штраф, а потом получи дисциплинарку. А у вас наоборот. Сперва ты получаешь дисциплинарку, а потом, может быть,
вам мониторинг выносит дисциплину. Не может повлиять на всю ситуацию. Доброго. А что, вкусное кофе? Не знаю, только взял. Не кустовал еще. Это, а что ваш сотрудник курит? Чему он курит? Я же не знаю, чему он курит. Ну 1.79 нельзя же нарушать. Естественно, нельзя ничего курить. А что он тогда это делает? Если честно, я за него не відповідальний. А кто відповідальний? Кириленко. Наверное, командир роты, не знаю. Где он? Где Кириленко? А где? Ой, что, командира роты нету тут? Я не знаю, я вот где. Шановний громадян, я вам дуже дякую за те, що ви мене поправили, вказали на мій недолік. Гарного дня. Смотри, девочки пытаются выехать, а вы стали вторым рядом, понимаете? Девчонки, если что, сейчас они уедут, я им сказал. Чтобы не нарушали ПДД. Прошу. Помог девчатам немножко. Но припаркуйся ж нормально. Вот туда встать. А, ты задом. Ну давай туда паркуйся. Только аккуратно смотри, аккуратно. Аккуратно. По камере посмотри, давай я покирую. Давай, до первого толчка. Братан, если что, почувствуешь. Аккуратненько, там есть вот это пи-пи-пи-пи-пи? Бля, ну как так? Че ж у тебя нету пи-пи-пи? Сотри ласточку, не зацепи, ну елки-палки, ну шо ж ты стал? Короче, ладно, что мы будем с тобой делать? Будем писать на тебя жалобу, что ты курил в служебно? Не, ну как ты считаешь, вот надо тебя привлечь к ответственности или не надо? Но если бы девчонки нарушили, как ты думаешь, ты бы их оштрафовал? Если бы они тебе рассказывали, ну так получилось. Не каждое порушение предпочитает штраф. Да что ты говоришь? То бишь вы там постанову выписали за знак, это нормально. Ты куришь, это тоже нормально. Я себе все четко обосновал. Я ознакомился с наказом. Да не нужно было, ты должен был моим словам поверить, потому что я знаю законодательство. К счастью, понимаешь? А вы любите всегда наказать того человека, который не знает об этом. Я не сгоджуюсь, еще кожного разу мы штрафуем людей. А знаешь, в чем прикол? Я не знаю, я, к сожалению, мы поздно подъехали туда, вы бы не выписали постановление. Но я уверен в этом. Я бы для этого все бы сделал. Знаешь почему? Я просто знаю, чем оперировать. Вот и все. А вы, получается, ж не несете никакой ответственности. Вам плевать на закон. Ну як це не так? Вот даже Кириленко, где вот? Кириленко! Где командир? Понимаешь, он тебя закинул сейчас в торбу, сам спетлял. А знаешь почему? Потому что он тебе сказал сюда приехать. А не ты сюда приехал, он тебе сказал. И Кириленко будет теперь вот так вот, ну, получается, его рота будет вот так, вот таких вот замесах постоянно. Потому что Кириленко посчитал себя сильно умным.